Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. Итак, в принципе, я не знаю, сколько нам осталось там покемонов, но без съемки я словил уже пару штук. Кстати, спасибо, я очень благодарен, кто мне написал, что у меня еще осталось ловить это Пуниту и Дутрио, или как он там называется. Потому что я, если честно, даже не заметил, что их у меня нету. Поэтому спасибо, кто написал, что у меня их еще не хватает. Я себе скрафтил уже, кстати, ультрабол, уже пару штук использовал, так как я словил уже Джинкса. Вот. Я словил Хитмонли, Шайни Мью мы уже словили как бы в предыдущем эпизоде. Вот Пуниту я еще словил. Кого нам осталось прокачать? Это вот этого, Мью, какого Мью, Мяута и Метанга, да? И Метанга нам тоже осталось прокачать. Ну, дорогие друзья, я не считаю всех закаменелых покемонов, я не считаю Мьюту. Потому что даже если Мьюту спавнится, так как говорят, то он спавнится так, что его просто-напросто, ну, нереально найти, так как он очень редко спавнится, это во-первых. А во-вторых, всех окаменелых покемонов, представьте, сколько это нужно искать окаменелых покемонов. Представьте. У меня есть уже Анорит, да, но я не помню эволюции всех. Анорит и Кабутопс. Вроде вот только эти два покемона у меня есть. И все. А там еще штук 5 есть, может больше, я точно не помню. Мне Чичанси нужно словить, вот кого я забыл. Ну, если так судить, дорогие друзья, по сути, сколько там нужно искать? О, Рапидаш, вот в кого он эволюционирует, наша Пунита. Вы просто подумайте, сколько это нужно искать вот этих всех закаменелых покемонов, чтобы найти их всех. Вот просто нереально, дорогие друзья. Поэтому я, наверное, их не считаю, потому что их просто очень сложно найти. Кстати, ух, я забыл, я же еще Иви эволюционировал. Амбриона, да. Вот этого я забыл сказать, даже если честно, что я Иви забыл, что я словил Иви. Как, тю, нафиг, что-то я заговариваюсь вообще. Что я не словил Иви, что она у меня была, но я как бы уже эволюционировал в Амбриона. Ху. Сейчас. Да чё ты... Да пофиг, какие скиллы сейчас, если честно. Я не знаю, когда выйдет новая версия. Ну, они вроде уже обещают. Хрен она чё-то выходит. Я уже не знаю, сколько они обещают. И 1 января они писали, что выйдет в течение... Ой, извините, стукнул случайно микрофон. Я помню, что 1 января они писали, что выйдет приблизительно через 2 недели. Потому что как бы они ждут 2 недели, да? Если не выйдет версия Forge на Minecraft 1.7.4, то они уже просто-напросто забьют на этот Forge на версию 1.7.4 и просто уже как бы сделают Minecraft на... Ну, сделают Pixelmon на версию 1... Ну, на обычную, как бы на вот на эту, 1.6.4, да? А потом, когда выйдет уже Forge, то они уже как бы его перенесут на другую версию, на версию 1.7.4. То бишь 1 января, они говорили, в протяжении 2 недель мы ждем Forge на версию 1.7.2 или 1.7.4. Если Forge не выходит, то мы просто-напросто делаем Майнкрафт на версию 1.6.4. А потом, когда выйдет Forge, уже делаем на версию 1.7.4. Уже прошло почти 3 недели, или сколько прошло? Я не знаю, какое сегодня число, приблизительно 20, сейчас посмотрю. 22 января. То бишь, уже прошло не 2 недели, а уже прошло 3 недели, и уже 4 неделя пошла. То бишь, уже охренеть, сколько времени прошло. И они даже еще ничего там не надумали, что вот уже можно выпускать. Каждый раз они что-то... Даже они ничего не пишут, они просто молчат, ничего не говорят, когда они выпустят или что там они делают. Ну, я понимаю, что они там еще, наверное, как бы делают новых покемонов, улучшают старых покемонов, да? Но просто они говорили, что выпустят там после 2 недель, ну, в протяжении 2 недель, а уже прошло 3 недели. Да, уже прошло 3 недели, и поэтому я не знаю, что от них ожидать.
Уже бы могли просто выпустить на версию 1.6.4, а потом, когда выйдет фор, что уже выпустить на версию 1.7.2 или 1.7.4. Какую они там хотят, я не знаю. А, ну не знаю, что они вообще там чудят, да? Так, этот у нас покемон-босс, я так понял, в земле, да? Квилава там, или как она там называется, да? Сейчас мы посмотрим. Так, 34 уровень, не буду я тебя трогать, нет смысла просто. Да, все-таки он в земле, не имея желания рыться. Нам осталось прокачать вот этого Свайнуба, Пуниту, и нам осталось еще словить Дутрио, он так называется, Дутрио. Вроде Дутрио. А хрен его знает, как он называется. Ну, в принципе, он спаунится вроде в равнинах, так что трехголовый или двухголовый. Двухголовый это вроде первая эволюция, да, трехголовый это вторая эволюция. Ну, в принципе, если мы его увидим, то сразу поймем. И сразу, наверное, все-таки словим, да? И еще, конечно же, осталось ловить Чанси, как она там называется. В принципе, ее тоже мы будем искать. Если увидим, то сразу же словим. Так как вот эти... Вроде мне только два покемона остались. Ну, не считая, говорю еще раз, не считая Мьюту и не считая всех других, как бы... окаменелых покемонов, да, потому что их словить, ну, просто всех, я не знаю, сколько времени нужно. Даже если ты там будешь находить фосилы, да, то это еще не означает, что каждый раз тебе будет попадаться другой фосил, да, то бишь, один раз тебе там попался Нори, другой Кабутопс, третий там Ариодактиль, четвертый еще кто-то, пятый там Тартурга, или как она там называется, короче, нашел там... все фосилы, и сразу же все фосилы разные, то бишь сразу всех окаменелых покемонов нашел, да? Это еще не считая того, что их действительно нужно искать в шахтах, вот эти все фосилы. И это не в каждой шахте можно найти фосил, да? То, что он действительно и не очень часто, но не очень редко спавнится. Но нужно действительно поискать так хорошенько, чтобы его найти. Так, иди ты сюда. Давайте мы уже наконец-то Свайну прокачаем, или же Пуниту, или пофиг. Свайнуб. Да. Зря мы это сделали. Так, давай. Нужно еще вроде двух оставшихся покемонов словить, и будет отлично. Так, Heavy Ball, пускай будет. Фух. Так, покемоши, которые еще не хватают. Вы где? Ну тут, да твою ж. Уж сколько там дроузи заспавнилось сразу же. Ну тут вас нету. Амбрион, вот, тебя еще нужно поставить в компьютер, так как, в принципе, ты уже прокачанный. Да, и поэтому нет смысла тебя с собой таскать. В принципе, он сильный, даже очень, я как-то, ну, сражался ним. О, нашли! Как ты там, Дутрио? Да пофиг, как ты называешься, иди сюда. Чё-то я просто немножко боюсь бить его вот этой атакой, вот этой. Потому что она ни хрена себе какая сильная. Давайте мы Черизардом вот этим побьем его. Ух ты, Черизард. Давайте пофиг, Ультрабол попробуем. Это сразу вторая эволюция вроде, да? Ух, отлично, ставили его с первого раза, с первого покебола. Просто замечательно. И сейчас нам осталось еще Чанси, да, или как она там называется. Ее и, в принципе, докачать наших оставшихся покемонов. И еще, дорогие друзья, действительно, я вам говорю, если вы еще знаете, каких покемонов у меня нету, то прошу написать. А у меня вот этот есть.
Вроде есть. Ну, то я прошу вас написать в комментарии, каких покемонов еще мне не хватает. Если вы заметили, если вы знаете, а я как бы не знаю, да, то прошу вас написать. Потому что, ну, просто куча покемонов, да, я не знаю, какие у меня... То я знаю, какие у меня есть, но я не знаю, какие, каких у меня нету. Ну, вроде у меня все есть. Ну, вот Ченси не хватает вот с таких покемонов, и все. Все легенды есть, не считая Мьюту. Ну, Мьюту я не знаю, можно считать легендой. Ну, конечно, он легенда, но он как бы не покемон, да, он как бы искусственно сделанный, можно так сказать. Поэтому не знаю. Фу, давайте пробежимся еще сюда. Чанси. Чанси, я не знаю, как она называется. Давай, Чанси. Давайте вот так пропишем, вдруг правильно. Так. Вдруг правильно, фиг его знает. 30, какой ты там уровень? 38. Так, иди сюда. Ты нам нужен. Вот пуни туда еще про... О, кстати, сейчас давайте быстренько как раз домой сбегаем. Быстренько, быстренько, быстренько нужно домой сбегать, вылечить наших покемонов. И сейчас я еще как раз что-то попытаюсь сделать. Там у нас по дороге стоит Рапидаш. Ух ты! Рекваз заспанилась. Так, я его где-то вот там видел. Или мне показалось. Где она? Райкваза. Вот она. Ух, далеко ты заспанилась. Ну, далеко недалеко, но, в принципе, сейчас мы попытаемся до тебя добежать. Я не буду ее ловить, нет смысла просто-напросто так, что... Просто нет смысла, да, она уже у меня есть. Поэтому на ней просто можно отлично прокачаться. Две Райквазы, да. Так. И еще раз. Отлично, выиграли кучу опыта и сразу же эволюционирует наш Свайнап. Забыл, какая эволюция. Полисвир. Что-то хрен его знает. Сейчас посмотрим. Ну, давай, расти. Полисвайн, вот, вспомнил, да? Да, полисвайн. Так, вот этого покемона. Отлично, мы его эволюционировали же. Вот этого покемона, не знаю, есть ли у нас. Таурус. Давайте сбегаем, посмотрим. Ченси. Я не знаю, как она пишется, но вдруг, если она так пишется, то отлично. Фу, так, отлично. Заспавнилась одна Райкваза. Мы ее убили. Нет смысла ее ловить просто, да? Нафига бегать с двумя Райквазами. Так. Так. Где тут Рапидаш, что тут был? Че, нету его уже? Так, кого я там смотрел? Тауроса. Давайте посмотрим, есть ли у нас Таурос. Там еще, кстати, вот один заспавнился. Дутрио или как он там? Ну, первая его эволюция. Так, давайте пойдем посмотрим. Идем. Так, сначала вылечим, конечно же, наших покемонов. Давайте. Отлично. Так, вот это можно снять. Это тоже можно снять. Так, Таурус. Да, есть у нас Таурус. Отлично. Ага, так, давайте... Это... А, Дудрио, вот. Так, вот этого поставим и вот этого поставим. Кого еще у нас тут нужно качать? Лунатон у нас не качается, Джинк у нас не качается. То бишь, нам еще осталось прокачать... Метанга, Пуниту и Шайни Мяута в Персиана. Отлично. Ну, еще, конечно же, осталось ловить Ченси. Сейчас я посмотрю, как ее, как вообще она называется толком. Может, я просто неправильно пишу. Так, секундочку. Чанси. Да вроде я правильно написал.
Да, правильно написано. Ага. Значит, ну, в принципе, так пишет, как бы правильно, значит, она так пишется, поэтому вроде нормально. Фу, значит, ее нам осталось ловить. И, конечно же, прокачать вот этих еще наших покемонов. А, так, секундочку, секундочку. Давайте сейчас мы еще немножко... Что-то подглючивает, я не знаю почему. Подлагивает. Давайте еще расставим вот эти все диски, чтобы тут не путались у нас. Тут у нас вот это, вот это, вот это все сюда поставим. Нет, это вот сюда. Лакеч, у нас есть лакеч. Да ну нафиг. У меня что, нет лакеджа? Может, где-то на покемонах одетый. Да ну нафиг. Или у меня он в первом доме. А фиг его знает. В принципе, пускай будет. Так, давайте пойдем и в первый дом. Нет, сначала увеличим наш... А хотя... Ну хотя давайте увеличим, действительно. Да, метанга я словил с мастербола. Ну, в принципе, да. Нам остался еще вроде один покемон, поэтому... Так, тут у нас заспавнился где-то... Покемон-босс, но... Где-то опять в шахте. Так. Так, секундочку. Ага, наш дом вот тут. Ой. Чуть не умерли. Так, есть ли у нас тут лакеч? У нас тут вообще ни хрена нет. Ну, зато есть раркенди, это отлично. Угу. Я же забыл, что у меня тут в сундуках есть. Так, давайте выбежим отсюда. Пробежимся по нашей полянке. Давно я тут не был, конечно же. Давно. Так. Ну тут, как я понял, никого нету. Да. В принципе, давайте на этом, наверное, закончим, дорогие друзья. Нам еще осталось ловить Ченси. И, в принципе, конечно же, я еще раз повторюсь. Если вы знаете, какого у меня покемона нету, то прошу вас написать. Может, я как-то его просто-напросто не заметил, что у меня какого-то там покемона нету. А, кстати, там покебосс. Сейчас. Покемон-босс. Да, или он уже пропал. Он уже пропал, походу. Нет, он там, но... Ну, сейчас давайте пробежимся. Если успеем. Успеем. Ну, давай. Все, пошли. Электробас там, да? О, да-да-да, синий. Кто там, фиг его знает. Короче... Так, секундочку. Это нам еще нужно. И это нам еще нужно. Так, давайте сначала кинем все-таки Пуниту. Кинем Мяута, если он, конечно же, его не убьет. Ой, не то использовал. Ну, в принципе, тоже нормально. И еще раз. Отлично. Отлично. Парочку уровней прокачали. И давайте пойдем домой. Так, на каком уровне вообще метанка эволюционирует? Вроде на 40, 46 или 48, да, как пишут. Ну,
Посмотрим, на как он превратится, эволюционирует, то есть не превратится. Давайте еще на этих покачаемся. Так, пару уровней. Нормально. Да ну нафиг, Райдон или как ты там, что пропал на глазах? Я, наверное, еще бесенки, может, чуть-чуть прокачаю наших покемонов. Чуть-чуть. О. Давайте, ну давайте по Ниту. Если она не убьет нашего Метанга. О, отлично. И давайте убьем ее. 113 уровень. Нифига себе. И давай. Отлично. Ух ты, ни хрена себе, сколько дропа. Отлично, так. Панита у нас уже 26 уровень. Метанг у нас 28 уровень. Тоже прикольный покемон. Ух ты, там еще два. Так, давайте я, наверное, использую поки. Хотя, пофиг, давайте пойдем туда. Если они, конечно же, нормально, ну, в смысле, на поверхности, это будет просто замечательно. Если они в земле, твою мать. Как, я так не имею желания рыться, честное слово. Только не пропадите, покемоны-боссы, пожалуйста, пока я хилюсь. Ой, чуть не упал. Так, один у нас под землей. Это нехорошо. И... А другой у меня под ногами испарился. Можно и так сказать. А другой у нас фиг его знает где. Где-то он у нас вот тут. Давайте попытаемся немножко прорыться. Ух, ни хрена себе. Как я закопал успешно, как бы сразу туда, да? Так, диски, ни хрена себе, 4 седла, порох. Я даже тут ничего трогать не буду, я не вижу смысла просто-напросто. Пускай это все там останется. У меня даже при себе нет угля, чтобы факелы сделать. О, у меня же лакеяч есть. Вот в этом. Ну. Как его там, твою мать? В рюкзаке. Я что-то как-то даже не знал. Так. Ну, по логике он где-то тут. Главное, чтобы там лава не было. Это будет отлично. Но я его уже слышу. И он где-то там, если мне. Или мне все-таки кажется. Дружок, я тебя видел. Где ты? Да я же на него упал, в желтый гравель. Куда ты испарился? Да не ты, зараза. Ух ты. А, пофиг. Ух ты, ни хрена себе сундук отлично заспанился, да? Вообще шахта какая-то странная немножко. В смысле, очень какая-то разбросанная. Много ям вот этих всех. А вот по поводу конченного гравеллера, ну, может не конченного, но он как-то испарился просто на глазах. Я же на него упал как бы. А он может куда-то под землю.
фиг его знает. Короче, не буду я туда рыться. Давайте идем посмотрим, что у нас там в сундучке. Ну, в принципе, пускай это будет у нас. И хлебушек возьмем. Какая-то у нас высота 15-я. Так, у нас тут гравий, да? Пойдем посмотрим, нет ли алмазиков. Так, на всякий случай. Меджикар, ты чё, сдурел? Чё ты в шахтах делаешь? Тебя чё, водой слило? Ух, главное сейчас не упасть, да, куда-то там. Алмазы, я уже вижу алмазы. Ууу, ты-ты-ты-ты-ты! Никогда так не делайте, дорогие друзья, никогда. Охренеть. Меня чуть, короче, как... в то время, когда я плыл за алмазами, прыгнул в воду. На меня напал покемон. Охренеть. Если бы я не успел его убить, если бы он был больше уровня, то меня бы так и слило в лаву, и было бы вообще... Не буду говорить, что... Я думаю, вы поняли, да? Алмазики. В принципе, так нормально. 4 алмаза нашли, даже не считая то, что мы в шахту не собирались идти, да? В принципе, давайте все, выйдем отсюда. 4 алмаза нашли, пускай будет. И все, дорогие друзья, давайте на этом действительно уже закончим. Этот эпизод уже, ну, просто нереально долго, мне кажется, длится. Давайте еще вот этого убьем. Ну, давайте вот этого. Я, может, не знаю, найду ли я Ченси без съемки, или, может, на съемку все-таки я ее словлю. Посмотрим. Я не знаю, сколько еще времени осталось там до апдейта, в смысле... Ты что плаваешь? Каменной покемон. Ну, упал, конечно же, наверное. Ну, в принципе, я просто действительно не знаю, сколько там осталось до новой версии Пиксельмона, но будем надеяться, что она выйдет скоро, потому что уже как-никак... Все-таки хочется уже поиграть, и если считать, если верить, то там просто охрененную кучу новых покемонов добавят. И это, конечно же, офигенно, потому что много покемонов и будет кого ловить, да? Так, давайте мы еще вот этого попытаемся убить. Ну, убьем мы-то его убьем, но сейчас давайте Мяута, если он, конечно же, его не убьет. Отлично, и давайте Пениту, если он ее не убьет. Ух ты, кто у нас заспанился? Конечно же, Молтрекс, кто же еще? Ребятушки, давайте. Да чё ты... Давайте, Молтрекс там 70 уровень, это будет охрененно. Ух, чё-то эта серия действительно очень долго идет. Пофиг, давай. Так, отлично. Молтрес. Ага, конечно, да, размечтался, Мьюту. Молтрес, ты где, дружище? Я тебя трогать не буду, я только тебя чуть-чуть убью. Да не, я шучу, конечно же, я шучу, я его не убью. Чуть-чуть. Конечно, Мьюту, да? Кто же еще? Только Мьюту. Написала, что легендарный заспанился. Ну что-то ни хрена никто не заспанился. Не, суть в том, что он мог, конечно же, заспавниться, но он мог также и пропасть за пару секунд, как это обычно с легендарными происходит, да, что они там спавнятся и через пару секунд пропадают. Ну, ладно.
Еще вот этого мы убьем. Так, иди ты сюда, вот. Еще мяута. Если он его не убьет, отлично. И давайте убьем его. Ну, еще раз, давай. Отлично. Ух ты! Мастербол выбили. Офигенно, офигенно, дорогие друзья, мы еще и мастербол выбили. Это очень офигенно. Хотя, ну, в принципе, кого мы можем на него словить больше? Я так понимаю, никого, но, в принципе, мастербол, это же мастербол, да? Если там не получится чанси словить, ну, хотя ультраболов у нас хватает, но пускай будет. Мастербол никогда лишним не бывает. Ну и даже если он не нужен, то пускай будет, да, это же мастербол, по сути дела, да. В принципе, ну да, не заспавнился, все-таки легендарный, ну, написал, что заспавнился, но он уже 100% пропал. В принципе, все, дорогие друзья, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Комментируйте, еще раз говорю, напишите, пожалуйста, если кто знает, каких покемонов у меня еще не хватает. Если, конечно же, каких-то не хватает. И всем спасибо за просмотр еще раз. Всем удачи, всем пока.